из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был бы. Твои чудовища не чета героям Альянса, Тирион. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно. Давайте рост с пула. Привет всем. Привет. Привет. Че это? Фу, да? Да, ретрика. Вышка, да. Есть. Ну а маг нужно будет говорить. Ну ладно, запили на мага. Аркан есть там у тебя? Афайр, че какой аркан? Аркан Юзлис. Ну а файр есть? Конечно. Нет, ой, этот аркан есть? Нет, у меня файр в аспектах. Да. У меня есть аркан, но камни будут на файр. Пойдет. Туда после хуйни эти спекну все. Поедем. Левого потанчу туда. Ты левого потанчу, да? Это все равно. Ну, сейчас посмотрим. Так, герцогиня правая, если будет танчить. Ваня, туда лево. Ой, отведи к стене подальше этого моба. Да, здесь лужа будет. Трейх дебаф, иди Моровинд. Сбивай этот. В мили-зоне, пройдись, там милики под дебаф. Лепец, молодец. Веселая была ЦВК в Liberty Squad. Не, Edge of Gods. Ну, там РЛ на 10 лямах хлеба говорит. Там не бейте трэш, уже добивайте. Вы видите? Сколько, 30%? Не знаю, ну 10,5 лямов. Там минус 8, он говорит, ну ты добивайте леди. Весело. Потом третий под трэша выходит на всех проклятие, которые никто не диспылит, и почему-то все падают. Вот. Там у нас что-то на этом КД тоже следи было весело. Там убили этих дураков. Еще третий. Точно. Никто не контролит, но баблом скинь. Третьим рая. На удачу, короче, убили. Повезло просто. Никто не поймал духов. Нормально, еще там что-то про нас в чате рассказывали. Да, интересно. Самое странное, у нас моя леди была, все остальные боссы нормальные, в принципе, если бы еще воет на синдре не падал нахуй. Самое интересное, всех устраивает все, как проходятся вот эти рейды. Вот, алшатовский. Это нормально. Ну вот ДБ мы не сделаем. Вот я завис что-то. Ух, тут нормально все. Тотемов, кажется, нету. Или я далеко стою от них. Все, близко, уже точка. Да, вот на этом когда как-то рейды спокойные были, да? Ой, ну, как сказать. У нас там девушка Валька сказала, что
Ну, сегодня вот этот, который все как будто в столько матиков было. Ну, в принципе, пойдет. Ну там пару человек поменяли, нормально все было. Ну, там прошло 2 целка с первого трая, а второй целка только наличивает, мне кажется. Трофей. Колды. Запускайте следующего босса. Герцогиня, давай в ретрика. Меня, может, присмоните? Я, короче, шмотки сюда все скидываю в сумку, но если кому-то надо вещи, плюс саните в рейд-чате или в РК, скажите. Дайте шкаф, лук. Харзул, дай шкаф. Благодарю, Верховный Лорд! Смельчаки, я славу призыва! Шаманова, отпустите. Пока. Ну, сука. Шаман, ты тут? Тыкните на сон еще раз. Спекрис, да? А, не спекрис. Не-не-не. Сумальцы. Нельзя применить потерять. Либо грузится, либо не ухода. Либо вы меня поднимете, либо я сейчас пойду дальше в качестве. Блин, не вижу никого. Бля, если пока что 3 минуты подряд мы терресы. Вставал тут, Файф, сейчас бой начнется. Я подниму. Да я тут. Да нет, но я никого не вижу почему-то. Значит, ты читер, мод. Да, это у нас КД нет, нормально. Серьезно? Попробуй лопнуть. Да, как у меня откуда-то КД на санну появился, солнечный холодный. Да, действительно, у нас КД нет, нормально. А кто же КД на санну появился? Да, ну сходим еще разок, значит. Сейчас это убьем, потом еще пойдем, потом еще. Черепок надо хилить. Так, я сейчас... Альте, я твою реакцию проверю. Опа. Молодец. Главу бежать. Если мы вайпнемся, то мы потом с нуля начнем. Да, так что давайте лучше не вайпайтесь. Да, никого не вижу. Мне, наверное, выйти лучше. Когда нет ВК, вы что, собираетесь добыть или что? Не. Что такое ДБ? Ну, когда, короче, на пинпады ты добываешь. Да, не, этим не занимаюсь. А, уже я написал там ВК, но я ЕП на другого включу. Так, скоро ВК будет. Наверное, ее надо сыграть. Давайте. Если все будет плохо, я спрыгиваю на ХП. Надо черепок похилить. Точняк может глыбу прожать. Ого, я первый раз вижу, что был двойной дебаф на человеке. За все время игры здесь. Тоже видели? Ваня такой особен. Можно было бабл прожать, сразу два дебафа снять. Так эти бупари тут барит порезали. Скобомет, выходи с рейда, на тебе метка. Ты медленно. Ну, а еще медленно прыгаешь, поэтому больше урона наносится потери. Чего, Слава? Горло натер, по кривой дорожке пошел. Да, все плохо. Стив, трофей. Трофей, трофей. Решение. И теперь вас ждет новый противник. Они вообще на кого идут? На хила. На мейн. Утешение. На хила. На мейн. На оф.
ордынским отродьем. Тише! Успокойся! Это... А, подожди, это я написал, что на рогу ролю. Это ИП. На оф паралел, короче. Где ты написал? Да. Правильно, ты не можешь забирать эти три дня. Ну, уж она нам не нужна. Вот это дилемма. Да, отдам тебе ноги. Что ты мне ее за половину отдал? А за сколько я должен отдать? За 10, мне она на офф нужна, мне она вообще не нужна. Писал бы там, что ты рулишь на офф. Вообще ни на кого не иду, она просто упала, я тебе сказал, что на офф иду. Ой, на офф забираю. Ты шел рестер шаманом. Ну я ее забираю на офф, она мне не нужна в основном. Я и без нее хорошо хилю. Ну, либо забирай за половину, либо не забирай вообще. Ну тогда на. Какие правила? Давай. Эх, у меня уже есть она. Кому ее тогда давать? Вот пускай не сталкивает. Ну если он не бесплатно забирает. У меня щита тут. Ну давай не сталкивай, да. ЕП, забери на ДЦ себя. Ну блин, я за чешкой, за последней шмоткой иду. Мне ее ЗКП забирает, такое себе удовольствие. Можешь мне на роге там начислить? А у меня щита и все. Второй трени нет. А, она будет как исключение из правил, потому что эта трени никому мне не нужна была, как оказалось. Да, накинем Селфиш Марону ВП. Так. Что там тебе дать? Ваты, вот это? Да. Благодарю. Давай, Ваня танчит ДК, герцогиня танчит Вара, Моровин танчишь Рогу. Кто еще может в танк спекнуться? Джулиан, давай тогда ты потанчишь Ханта. А будем бить Лока. Потом Хулипала. Подожди, Олег, а я только его танчу. Ты его танчишь. Ты, хорошо, тебе отдам самого сложного босса, мага. Танчи мага. А не, лучше танчишь ШП в рейде. Будешь ШП танчить. Чек на пул. Джулиан, вроде я тебе говорил, Ханта танчит. Дайте шману каску. Погнали, танки. Убираем звездочку. Да. Может, диспелл найти? Помогайте мне звезду рассеивать. Диспелл, ты, а лево там Боб. Да, вижу. У нас нету ДСРейда. Вчера тоже не было. Был. Давайте кружок. Эх, фигну, падла. Две ходки, из пальца спала. Страшный щит. Блять, отойдите от ДК, кто там стоит рядом. Кстати, там в центр. My love for you. Так что там с код доступ прайс случилось? Пока ты лежишь, все равно ничего не делаешь. Можешь рассказать. А что ты хочешь знать? Я не расслышала. Что случилось с кодом доступом Райан? А, короче, ну, началось с того, что вот мы ТРС там 25 гер все. Стали судить.
пытались, там херня оставалась, вечно кто-то тупил поочередно. То есть, я не знаю, один, другой, третий. А потом начались лаги серва, и это просто окончательно Колю из себя вывело, и он просто, ну, перестал водить рейды вообще. А потом он ливнул, потом что-то Лена с Бендером как-то психанули, или что там, какая-то история дебильная, мне как бы все равно. И они ушли, и стал Винки там главным. И он всех покикал, какая-то херня, короче, началась полная. Ну, в принципе, там и раньше было скучно очень, очень вообще, как, не знаю, в доме престарелых. Как-то тихо так зайдешь, поздороваешься, почешешь жопу и все, типа, охренеть, поиграли. Я поэтому, ну, и пришла сюда походить, повеселиться, пообщаться. Да, это веселое. Да, у нас есть. Тут твой даун с капсом в чате. Да не, он не дал, он мне просто на капсе мерсал. Он через раз. Надо было квадрат убить. А, это тогда трай там был, да, в РС у вас, когда вы оставили 23 тысячи или что-то? Да, там какая-то вообще, ну, фигня осталась. 23 тысячи. Да, и короче, просто бомбануло, потому что были лаги серва тогда. То есть я помню, что вот под вечер был пинг. То есть было такое время, некоторый период, что вечером пинг был. Ну, у всех там игроков, и типа рейды было очень тяжело какие-либо ходить, потому что это бесило. Ну, как-то так вот и получилось. Ну, мне как бы все равно, я так, ради удовольствия, вообще не играю, мне там похер, убили, не убили, ну, серьезно. А это случайно не тот рейд был, где СРСей на 1% в сумраке метку понесла выносить? Это у нас было в рейде. Вообще эпик был. Да, ради Войда вот пришла. Увидела, как он срался с этим сканопом и думаю, господи, какой он прекрасный. Кто, или кто там срался с ним? Где ты увидела? Не помню. Какой-то сайт был там. Видео. Короче, кто-то там срался с Канобом, как всегда. Он вечно ссорится с кем-то. Так то еще и не Войд, может быть. Ну что не Войд, да, так что Войд все. В отставку. Кстати, Войд с Канобом не срется никогда. Суесосил, блядь. Да, это, подожди, это Бендер с Клота поругались или... Это не поругались, они оба... ушли, но сейчас Бендер вернулся, что-то там мутит, крутит, но это, ну, мне, типа, ну, неинтересно мне. Мне неинтересно обычки ходить, зачем? У меня приступ уловый, зачем мне ходить обычки? Так он же вроде делает камикадзе ГМ, или нет? Нет, это другие гильдии. Винки. А Винки что-то РЛит, или это так? Какой-то паладин там делал получатель. Кто там? Подводи разбойницу в рейд уже. Отдал бизон. Скажи, когда закончится. Спасибо. Отдал пытку. Чё жить отдам, блять. ЧВД отдал. Бесполезные скиллы даешь, и я верно досеиваю. Устан. А, чего сделали? Сразу ходили. Поздравляю! Кто еще трофей. Выиграет от подобной глупости. 50 голд. Спасибо. 87. 5 жизненная сила. Давайте на мейн. А она на кого идет? Вкусно. Синки падают. Наша шипа неплохо пойдет. Зузу, ты на кого рулишь? На танка. Ты забыл об этом написать, ладно. Бывает, забыл. Можно
нужно еще второй ВК собрать с рекламой, когда еще нас нету. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной... КД так и не появилось. Что это, КД он... А что за солнечный колодец, не поняла. У меня КД. Это Джерри, он взломал, короче, наши аккаунты и пошел в санзу. Там любит этот санзу, не знаю, что там его любит. У тебя солнечный колодец, да? Прикольный. Старый закалки ходит в бакарею, что-то такое. Давайте танки погнали. Танки погнали. Здесь я не затоплю и не скажу неправильный портал взять. Там вайп. Мы вайпнемся и сидим. И что забрал, да, темный, который? Там какой-то босс просто. Какая разница какого, да? Надо хорошо хилить танков. У них дебаф на исцеление. Роспись способности. Давайте, взяли светлый. Ну а мы сможем сбить без Игеры. Давайте больше магии. Давайте. Сбивайте каст. Давайте к темному порталу отошли. Салер, да? Резно? А вы скачаны, если что? Не знаю даже. Давай подумаем. Потом, короче, подумаем. Значит, если будет хаос, это плохо. Готовимся. Так, ну давайте меняем портал, наверное. Ой, пацан, вот пацаны. Поднимаем Моровинда, поднимаем Моровинда. Потом заберете. Давай, Сакуру. Забыл сказать, твой ник не стал. Дай нам добав хотя бы. Чисто присты. Покину Моровинда. Есть уже. Ты смени сферку и бей другую вальку. Может, это так тоже делать. Повезло. Ну, очень. Что, ДБ? А ДБ нет. Да, конечно. Что пошел сверху? Победил. Ну, кстати, если бы сейчас повесилось КД, можно было ноба бессмертей бить и давалось бы ачива. Но этого не будет. Так, а если выйти со стаи зайти? Ну попробуй, выйди. Не зайдешь. У меня есть ачива. Молодец, я горжусь тобой. А ты, как ты ее получил? Да вышло, я собрал летом рейд и сделал ачива. Тронула шамана взял. Кто в этом рейде был? Камикадзе. Камикадзе, да? А кто это? Я тоже был в том рейде, не помню. Твой лучший друг вообще. Ты ж не любишь пообщаться. Без понятия, кто это. Вы сказали плату солнечного колодца, и Джерри появился в РК. Джерри, ты тут? Джерион. Все фулбаф, каску там, пристабаф, лап. Что такое? Я не знаю. Мы пошли в 25 тел в плато. А, ничего себе, круто. У нас КД есть, даже могу скрин предоставить. Солнечный колодец 1891. Так, герцогиня, давай протопала. Вести сейчас этот
Рыба сделаем, отлично. Кушайте только рыбу. Чек. Контролить будем на 30 хватит? Дайте бафы, блядь. Что ты говоришь по контролю? Ну, будем контролить третью фазу. Ну, хотя бы два моба. Нет, нет. Нет, слышно вообще, нет? Нет, не слышно. Заебали, что так долго баф. Во. Поехали. Ладно, варит, путь, блядь. Босс, сыграем. На прошлом боссе кто БР кроме Джеста тратил? Ну я подкапать не нарылся. Пойдем, поднимай на Рексиса. Баф пороги сейчас даем, кулак, каску и лапу. Играйте в босса. Только в босса играем, трэш не трогайте. А не, лучше трэш надо, да, лучше убить трэш. Играйте тоже в трэш, это тут 8 пауков, мне кажется, да? Да, и убили всех 4. 6. Yes. Можно сакру дать, весело, прикольно. Мы любим набивать ДПС на трэше. Да, я просто думал, что первый трэш убьем. Именно мама поставил. О, рыбы 6. Убить урон в трэш, столько будет в него, да. Я не бью трэш, чтобы не умереть. Я посмотрел вчера стрим на Рексиса и понял, что лучше так делать всегда. Это кто так сказал? Капец, протопал 13-14 прокопать это. Так это ж протопало. Он да. Хорошо, дамажит. Классно, протопало. Лич убивается на бафом бессмертия, да? С первого трая. Интересно. Если только еще 5 хулипалов. Ну да. Так, давайте. Ну, трэш да. Надо убить. Ну просто когда берса будет ретаун делать, покидай. Тогда мы еще на берса после 15 минут есть. Подождать, пока берса закончится, там сколько, 20 минут она идет. Угу. Вот, а потом спокойно убить. 30. А что будет, когда 30 минут берсы закончится? Он будет вообще без берсы? То всё время? Охуеет просто. Интересно. Станет войдом. Он будет через капс материться. Не уроните никого, на ДБ сейчас идем. В герцогине надо подхилить. Он в герцогине сакру нужен, да. А это чуть-чуть осталось. Мы сможем это сделать. Косты. Не получили чего, да? Ой, что-то пошло не так. Трофей. Когда получил, не? Не там, наверное. Бывает. Переролите.
танка была еще. Вот куда вы ливаете? Давайте сейчас с этим же рейдом пойдем еще разок. Сейчас эти шмотки распилю. Куда еще раз? Сюда, Олег? Да, КД же нету. Или вы не хотите 1000 ЕП? Это уже четвертая была. Сюда же кинем ЕП.